Добрый вечер, дорогие друзья. Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 7 сентября 2022 года. И посмотрите, какая милота у нас здесь подрастает. Какие шедеврально красивые окрасы. Это мед черноглазый. Это бело-лиловый малыш, который вот сейчас вот закрыт лапками сестренки или братишки. С пятнами. Как папа. Папа у нас с пятнами. Вот это в колесике бегает папа. Он с геном Дилют. Просто это уже от моих песчанок дилютных. Я уже саживала разные, скажем так, создавала семьи для того, чтобы разнообразить гены, крови, окрасы. И теперь уже добавляем сюда самочек тоже разных окрасов, тоже с дилютными генами. Получаются потрясающего окраса дети. Так. Смотрите, какой маленький. Какой ляленька. Какие у нас пятнышки. У нас воротничок. У нас пятнышки, и мы лиловенькие. Глазки мы еще не открыли. Мы совсем ребеночек. А нет, скажи, открыли. Мы просто спим. Еще и подсветка. Вот эти дети, как только окрепнут и подрастут, будут в продаже. Меня часто спрашивают, какие конкретно сейчас малыши в продаже. Ребят, вот если честно, если я буду сейчас снимать, кто конкретно в продаже, пока вы думаете, выбираете, ищете, пока я снимаю эти видео, дети уже будут проданы. Песчанки у нас разлетаются в новые семьи, как горячие пирожки. А это окрас как мама. Мама в колесе, медовая, черноглазая. Два ребеночка в маму пошли. Тепленькие, маленькие. Все песчанки у нас ручные, абсолютно не кусючие. Вот, поэтому, если вам интересно, у нас периодически в разных семьях появляются... Ой, господи, а ты-то какой маленький. Так, один у нас ребенок, вот это вот интересный тоже окрас. Это не белая песчанка, черноглазая, но немножко такая, как кремовая. И пока вот тут вот такой крошечный ребенышек. Глазки мы открыли. Вот эти детишки скоро подрастут, поступят в продажу, как только окрепнут. Вот, смотрите, таких окрасов у нас мышата бывают в разных семьях. Вот, например, осветленный мед, да? Так, глазки у нас черные. Пятнышко вот такое на головке, на спинке, может быть, меньше или больше рыжих пятен на белом фоне. Бывают вот такие белые с рубиновыми глазками, вот как сейчас бегает в колесике. Абсолютно белая песчанка с рубиновыми глазками, и бывают еще с черными глазками. То есть, в принципе, если вы не нашли фотографию конкретного окраса, который вам нравится, или не выбрали мышонка в конкретной семье, посмотрите просто, какие окрасы бывают. Скажите, что мне нравится вот конкретно такой окрас или такой. Я подберу его в другой семье и сажу для вас перед отправкой в новый дом. Заранее саживаем песчанок. Создаем однополые пары или группы, и вам уже не надо будет заморачиваться с саживанием. К вам приедут уже готовые, созданные мной для вас пары или группы мирных, дружелюбных, некусючих, крупных, красивых, здоровых песчанок, имеющих предков-чемпионов, имеющих импортные гены. Напоминаю, у нас родословные есть, мы можем вам их показать. Наши песчанки участвовали в выставках, и не просто участвовали, но и побеждали. И на это у нас тоже есть дипломы и фото и видео подтверждения. Союз заводчиков и селекционеров. Меня спрашивали, в какой организации мы состоим. Сейчас мы переехали в деревню. Здесь у меня, конечно, нет возможности посещать выставки, да и некогда мне этим заниматься, но, тем не менее, гены пальцем не раздавишь, как говорится. Вот такие замечательные малыши подрастают в нашем питомнике. Если вам интересно посмотреть и на других детишек, оставайтесь с нами.
Всего доброго и до новых встреч на канале питомника Марины Стик. Здоровья вам и вашим питомцам!